опять же, я хочу подчеркнуть, что нужно обращать внимание на детали. То, что он будет объяснять и показывать, это не какой-то готовый план работы, не та тренировка, которую можно взять за основу и потом в течение года использовать. Это, опять же, набор элементов, но каждый из них направлен на то, чтобы игрок прибавлял в каком-то небольшом движении, в какой-то маленькой детали, которая потом, естественно, должна обязательно повторяться в игре, которая будет ему необходима и над правильным исполнением которой нужно работать. Yep. Max, want to first thank the coaches for coming back out. I said already. You tell them, all right? Yep. Okay. Today we're going to work a variety of team things. Командные взаимодействия сегодня будут у нас в основном. That's going to be pertaining to a lot of defensive work. Сегодня будет очень много примеров работы в защите, как правильно нужно защищаться. Also, we're going to show some things in 5-on-5 transition, defense, transition, offense. Он будет показывать много вещей в игре 5 на 5. Сегодня будет раннее нападение, у нас транзишн так называемый, да, и защита в транзишн тоже, что немаловажно, что крайне нечасто отрабатывается. On the defensive end, we're going to heavily stress that nothing comes across our face without contact. Okay, we were talking about rules already. Yep. Важные правила, которые существуют при игре в защите. Первое основное правило. Никто не может пройти перед лицом игрока без контакта с этим игроком. Мы говорим сейчас про защиту индивидуальную man-to-man, один на один. Yep. Это первое основное правило. Ни один игрок не может позволить пропустить перед собой игрока, нападающего, без контакта. Это очень важно. We're gonna also work a little bit on denying the basketball. Второе, мы будем играть, учиться, он будет показывать, как нужно играть, deny делать, да, играть в получение, то есть не давать игроку получать мяч. Yep, and the first thing we're going to do, we're going to actually warm up with a basic footwork and defensive drill. Okay. Но, как и традиционно у этого тренера всегда, сейчас будет разминка в первой части, он будет разминать девочек. И они будут делать упражнения, опять же, все будет построено на работе ног, на том, чтобы ноги работали правильно, при этом будут определенные защитные элементы в этой разминке, вы это увидите. Элементы работы ног, которые понадобятся при игре в обороне. Also, there's a big question about the screens on the basketball and away from the basketball. Отдельный очень большой вопрос, конечно же, это заслоны. Заслоны с мячом, заслоны без мяча. And we're going to go over some different team options to cover that. И он покажет несколько опций основных, как связанных с этой темой, то, что касается заслонов. Okay. All we're going to do one line. You sprint straight out on my sprint. Once I get here, I want to drop. I don't want my feet bumping. Он не хочет, чтобы ноги там, да, соприкасались. Там это будет защитная стойка, будет движение в защитной стойке. Это разминка, в которой мы готовим ноги к тому, чтобы правильно играть в обороне. And inside turn and run. So it's like somebody's coming, and I'm not going to them, but I'm to a spot. Run, and I have to. Как будто, да, мы представляем, как будто игрок бежит. See it? Then I shove. Then I'm out. I kind of got it. Кто жертва? One motion. Да все просто, что это такое. А вы не делали это okay. Разве? Ready? Let's go. Маленький делали. Ready to go. 98 даже помню. Yep. So, don't let them come together. Ready? Good. Nice and slow. Good. Don't let them come together. Stop. Go back. Нет, потом сюда. Fast. Yep. Y'all go back. Watch. Смотрите Watch. Еще раз. Вот у вас, да, следующая точка, следующий спот. Watch. Hey, it's not gonna be. Ноги не так работают. Работа ног правильная. Значит, мы представляем, что между коленями зажата доска, да, у человека. Он не может колени свести. Работает только нижняя часть ног. Good. Sit feet. There you go. Nice and slow. Ready to go. На эту точку. Здесь также поворот делаешь. Крывание. There you go. Ready to go. Good. И уходить, да. There you go. Not bad. Ready? Yep. On feet. Yep. Nice turn. Let's sprint. Good to the outside. Good. That's it. Good. Come on. Keep sprinting. Yep. To the outside. Good. To the outside. Right here. Good. There you go. Yep. Don't let them feet come together. Want them feet spread? Yep. Ноги не соприкасаются. Yep. Feet. There you go. Good. Yes. There you go. Let feet. Come on. Be balanced. Balance. Balance. И равновесие. Sit. Равновесие. Sit. Защите всегда. Yep. Not fast. Just warming up. Yep. Come on. One more set. Yep. Еще один круг. Good. Come on. Be balanced. Balance. Good. Get down. Be balanced with my feet. Feet. Don't bump. Don't bump. Feet.
Yep, there you go. Come on, feet, get low. Yep, come on, feet. There you go. Good, good. There you go, good. Just warming up, blowing up. Good. Lift feet. Good. All right, hold up. Not bad. Opposite side. Max, tell the coaches that this is a real, real good warm-up defensive drill before you start working with the players. Это очень хорошее разминочное упражнение для ног, прежде всего, перед тем, как вы будете делать что-то дальше, перед тем, как вы будете делать что-то на защиту. They're gonna see as we start to work on defense, we can't have no mental breakdowns. Очень важный момент. Мы сейчас начнем работать на защите, вы это увидите. В защите ключевое. Игрок не имеет возможности сделать паузу морально, да, выключиться ни на секунду, потому что в противном случае это сразу ошибка. Это очень важно, чтобы его тело было готово к этому постоянной работе. Сразу. Pick it up. Yep. Come on. Stay low. Sink. Good. Be balanced. Good. Равновесие, тело ниже. Be balanced. Good. Move your feet. Good. Come on. Be balanced. Come on. Drop. Yep. Get low. Yep. Move them feet. Don't let them bump. Good. Good. Don't let them bump. Don't let them come together. One more set. Come on. Ноги не соприкасаются, тело ниже. Good. Good. There you go. Good. Not bad. Good. Just warming up. Good. There you go. Good. Not bad. Good. Not bad. Good. There you go. Good job. Good. Good. Not bad. All right. Hold it. It's good. One line over here, Max. One line over there. That's for pairs. One line over here. Pairs per two? Yep. One line over here. Колонна там, колонна здесь. Now we're gonna warm up, denying this basketball. Сейчас будем разминаться упражнением, которое позволяет играть от мяча в защите. All I want, my player, you out. You on D, and I'm here. Okay? All I'm doing is pushing and turning. Pushing and turn with this head. Not down. Голова не внизу, голова наверху. Руки работают правильно. Feet stay together. We're gonna work on denying that basketball. Gonna go twice, Matt. Down, back, down. Два раза мы делаем туда-сюда, туда-сюда. Hit, see it. Back door, good. Come on, hit, turn and go, turn. Good, good. Следующий. Next two. Hit, one, good. Ноги. Get out. Good. Hand, good. Turn that body. Следующий. Good. Turn. Hand back, come on, hit, see it go, hit up, not bad, ready to go, stay low, hit, come on, good, there you go, good, there you go, ready, let's go, hit, good, move those feet, get out, back door to go, good, ready to go, hold, stop, now, good job, now watch, now we're going to deny, then we hit, and then now, your immediate turn is, you're going to turn. Сейчас движение. Первое движение точно такое же. Второе, мы, это фактически используется, если у вас идет бэкдор, идет передача за спину. Игрок должен переключиться и пытаться внизу предотвратить передачу. Голову не опускаем, мы всегда видим, что происходит. Good. Get lower to that floor. Good. There you go. Come on, hit up. Bounce fast. Good. There you go. Ready to go. Hit. Good. With those feet. Good. Get back. One more set. Ready to go. Еще один круг. Good. There you go. Good. Ready to go. Deny that ball. Down to the floor. There you go. Good. That's it. Ready? Hit. Now you go. Good. Hit. Now you go. Good job. Not bad. Ready to go. Looking for that back door. Come on. Hit. Good. There you go. Ready to go. Down and go. Yes. Ready, set. Good. Come on. Yep. Move those feet. Feet. Come on. Hit. There you go. All right. Hold. Y'all stay right there. Now, we're going straight out. We're going straight out. And we're going to get here. Move those feet. And I'm going to clap. You're going to shuffle.
And touch. По хлопку, да, у нас будет шаффл приставной. То есть мы делаем семенящий шаг по хлопку. Touch, close out. Can I see it? And then I go. Tell them, Max, on defense we want to be together. В защите, да, очень важно игроки, чтобы друг друга чувствовали, чтобы работали вместе. Мы семенящий делаем до хлопка, до хлопка. Раньше времени не бежим. Сразу с рукой, сразу с рукой выходишь. Boom, and then back, and then close. We're not there. Не такое движение. We here. Здесь. Хлопок. And we close. You low, low. Тело ниже, мы не распрямляемся. Не приходим в точку, не распрямляемся и потом выходим. Ноги всегда согнуты. Close. Good. That's good. There you go. Better. Hit. Stop the ball. Move your feet. Feet. Good. Come on. Close. The hand here is the close hand. Yes, left hand. Close. Здесь левая right рука. Ready to go. Левая рука. Boom. Sit. Come on. Good. Hit. Close. Good. There you go. Ready to go. Come on. Feet together. Feet. Hit. Come on. Close. Good. Левая, левая. Ближняя. Ну, ближний к игроку, да. Ты же вправо не дотянешься на игрока. Down. Ready to go. Hit. Игрок здесь стоит. Close the middle. Good. Stop. Go back. Max, tell him we got to get quicker. We got to get quicker right here. Здесь движение приставным шагом должно быть гораздо быстрее. Оно очень быстрое и очень быстрое обратно. Close that middle. Ready to go. Hit. Good, good. Hit there. Yes. There you go. Hit together. Good. There you go. Hit. Come on. Get to my point. Hit. Good. There you go. Move your feet. Good. There you go. Yep. Hit. Lay low. Good. There you go. One more set. Hit. Come on. Good. That's it. Hit. Good. Feet, feet. Good. Yep. Let's go. Good. Come on. Move your feet. Feet. Hit and go. Come on. Close. Good. Hit. Good. Feet. Good. There you go. Good. Hit. Mental. Be ready. Good. Hit. Feet. Yes. Stay together. I hope. Good job. Not bad. Now, all we're doing, you. Look, I'm here. Boom. I'm on help. She cutting. Come on. I want to, boom, right here. Contact. Make sure that leg is not up. Мы здесь, да, упражнение, мы имитируем то правило, про которое мы говорили. Перед лицом никто не проходит без контакта. Контакт ближней рукой, согнутой в локте, левая нога не выходит вперед, мы отсекаем возможность уйти в лицевую. Мы сопровождаем игрока в получении. Come on. Stop. No. No. Never's gonna happen. Игрок по прямой никогда пройти не может. Мы заставляем его выйти сюда выше. Мы делаем контакт. Он не может пройти без... Это называется бамп. Да? Мы делаем бамп обязательно. Ближней рукой, ближней рукой. Стоп. Мяч, мяч, дайте один. В чем проблема? Смотрим. Нужно видеть, что здесь происходит, да? Потому что спин, закидка, ты должна это все видеть. Не смотреть на игрока. И левой ногой контролировать любое движение за спину. Big, good, 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 yep, ready to go, get to this point, hit, good, 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 that's it, way to push out, ready to go, come on. Попадение, вот туда пытаемся выйти, да, к тренеру. Stop, no, watch, hey, once we get over, we got to get, look, see how I'm down, and I'm ready, I'm not going. Я не выхожу просто на ногах, которые пересекаются, вот так выходить нельзя. Ты выходишь уже в защитной стойке, у тебя ноги готовы сразу, да. Вверх-вниз, ты будешь движение делать. Да. Тело ниже, тело ниже, особенно в защитной стойке, тело ниже. Стоп.
Сделайте еще раз, последняя пара. I want her lower to that floor. Последняя пара еще раз. Сделайте. Тело ниже должно быть. Ready to go? Да, защитите тело ниже, ноги работают. All right, ready to go? Come on, be quick. Hip, sit. Good, ready to go? Come on, stop the bump. Good. Ready to go? Come on, get that. Hip, low, good. See me. Go, good. Видеть good. Тренера нужно, да? Come on, ball, Max. Ready? Go, come on, see me. Good. Ready to go? Hit. Stop and go. Yes. Ready to go? Hit. Good. Stop and go. Ready to go? Hit. Good. All right. Ready to go? Hit. Come on. Stop and go. Good. Last one. Ready to go? Move your feet. Feet. Yes. There you go. Nobody should be flashing up from post to here without contact. Никто не проходит флэш, да, не проходит через зону от поста, да, до элбоу, до плеча здесь, вот в этой зоне, без контакта с игроком. Это невозможно. Нельзя просто войти в зону и там остаться, получить мяч, неважно, не пройти насквозь. Так не бывает. Now you're here. Now. All right. You're here now. See here? Come on. All right. Now. You're gonna be offense. You're gonna be defense. Это нападающий, у нас это защитник. Just right here, but I'm gonna take you. So I'm here now. I have to see. So she goes. I wanna meet her now. I don't wanna wait. Я не хочу ждать, пока игрок займет позицию там, пока он окажется, да, где-то здесь, например, передо мной, да, чтобы потом иметь возможность развернуться и атаковать, да, посадив защитника на спину. Мы встречаем раньше, уже здесь, да. Понятно, что мяч у нас там. Это точка контакта, но при этом мы не должны позволить развернуться в обратную сторону тоже. Левая нога, дальняя, которая будет это контролировать, мы про это тоже не забываем. Нет, ты начинаешь от кольца, да, защитной стойки, да, ты играешь, да. Мяч там. Ты должна его видеть, да? Ты не можешь спиной стоять. Да, вот так. Смотрите на положение левой ноги, да, чтобы не было спина в обратную сторону, чтобы нельзя было развернуться на левой ноге. Ready? Hit. Good. That's it. Reverse. I hold. That's what I want. I want you to hit, go. Boom, and I want you to try to reverse. Ты должна пытаться развернуться, потом, да, и пройти в лицевую. Защитник не должен позволить. Good, reverse, yes. Да. There you go. Все. Don't let her get around. Ready, go. Нет. Nope, there you go. Stop. Сразу, мы не делаем сразу финт. Get up a little bit. Right here. Выйди немножко повыше. Hey, look at those feet. Them feet are not even. Stop. Стоп. This here is not even. Нога вот не так, да? Come on. Nothing inside. See, she's not here. She's not inside. Если нога здесь, ты уже проиграла сразу. Here. Нога должна быть снаружи. Well, да? Boom, come on. Now reverse. Look, I move those feet. Я всегда успеваю отступить, если игрок разворачивается в лицевую. Ready, hit. Come on. Good. There you go. Not bad. Get up a little bit. Up a little bit. Чуть-чуть выше. Играйте на немножко. Yeah. Да. Uh-huh. Ready? Да. Cut. Hold. I don't want to turn and be here. Я не хочу спиной к мячу поворачиваться. Мяч с той стороны. Да. Ну а еще, где он еще может быть, у тебя игрок туда пошел. Да. Спиной не разворачивайся, ты должна в полоборота быть. Ready? Да, вот так. Мяч должна видеть все время. Да. All right, not bad. Ready? Let's go. Jump up. Hit. Good. There you go. Not bad. Yeah, you know it. Come on back here. Yeah. Yeah, stay down. Look, right here at initial contact. So look, no, not up there. Come on, boom, right here. Reverse, boom, look at the feet. See the feet? That's where the feet gonna move. All right, ready, hit, yep, feet, yes, there you go, good. Ready to go, hit, good, feet. All right, not bad, ready to go, feet low, hit, come on, feet, good, not bad, ready to go, come on, hit, good, little bit sooner. Чуть-чуть раньше с контактом, вот там, чуть раньше, не здесь, а там встречаешься. Don't wait on the go meter. Ready? Не жди, пока она выйдет сюда, с этой стороны. There you go. Not bad. Ready? So hit. Good. Not bad. Ноги. Two more. Ready to go? Hit. All right, let's do it again. Еще раз сделайте.
Tell her I want her to be ready. Bend that body. Ты должна быть готова. Yeah. Тело ниже, тело good. Ниже. У тебя ноги, good. Ноги good. Работают. Ноги. All right, not bad. Everybody half court, Max. Все на середине площадки. Now tell him, Max, I'm the point guard. Okay, defense can get it, throw it to me, run outside the three-point line, then they collect. Outside the three-point line? Yep, once the defense rebound, they outlet it back to me, then they come out the three-point line. Он первый номер для любой тройки. Как только подобрали мяч, нужно отдать ему передачу и всем выйти за трехочковую линию, да? Denied, yes. Нападение. Ну, любая тройка, которая подобрала, делает ему передачу, он... Да, ну вы играете, вы играете 3 на 3. Fast, they just play basketball and deny the ball. Yes, yeah? Just play basketball. Просто играете 3 на 3, все нормально, как обычно. We're only gonna go half court from now. Да, мы играем на полплощадке, вы играете защитную стойку, да, вы играете получение от мяча. При этом после подбора любая команда делает ему передачу и выходит за трех. Ready? Alright, let's go, play. Поехали, играем, играем, играем. Делайте что-то, да, не просто, не просто так. Задача защиты — играть от мяча. Стоп. Come on, go back. Tell him too easy. Слишком легко она мяч получила, так нельзя. Yeah, too easy. Make her catch it. Заставь ее вообще получать его где-то там. Очень высоко. Yep. Ready to go. Give me the screen. Good. Come on, come on. Open up, open up. Заслон не забывайте, да, мы yes, играем. Yes, there you go. Stay low. Come on, D. Don't let her catch. Good. Come on. Don't let her catch. Don't let her catch. Put it on the floor. Good. That's it. Stay. Head stop. Стоп. Not bad. Come here. Неплохо. There you go. Hey. That's better. Don't let nobody catch you. Go back. Look, I don't want to get here and get turned around. Now I'm here. Boom, bam. Игрок здесь, да? На прямые ноги не упрямляемся, не разворачиваемся, да? Чтобы потом догонять игрока приходится. Защитные стойки все время. Играйте нормально. Fast. They can make screens, yeah? Everything. Нормальный 3 на 3 с ведением, заслонами. Играйте что-то, да? Нормальный баскетбол. Просто пытаемся то, что сделали в упражнениях сейчас, использовать потом в игре 3 на 3. Это очень важно. Чтобы они сразу поняли, что они делали только что. И что они должны делать. Как выглядит защита это в игре? Играйте, играйте, играйте. Сейчас бы голову снесла на тренинг, и все. И клиника бы закончилась. Твоя работа сейчас была. Ты должна была помочь, да? Там обыграли, ты со слабой стороны фактически находишься. Опять же, ногами отработала, да, помогла, и потом вернулась, если что. Но не работает. Спину ставьте. Спину ставьте. Max, ask them what we worked on with our blockouts. Stop. Как мы работали над подбором, да? Tell them block out. Отсекаем. Да, как мы отсекаем? Good. Release. Да. Теперь забираем. Yes. Вот так yes. Вы помните, да. А почему yes. Вы это не так? Turn and find the ball. All right, ready? Go. Hit. No, deny. Good. No, come on. Fast. Come on. Fast. Fast. They said you didn't announce block. Hold up. Stop. Let's go again. Tell them we're playing basketball. They got the block out. Мы играем в баскетбол, поэтому, да? Поэтому мы отсекаем. No penetration. Look. Проход не пускайте. Once she catch it, look, instead of me back она получила up, мяч. Instead of me being here, when she catch it, вместо того, чтобы вот так, да, выходить к ней на расстояние согнутой руки, останься на расстоянии вытянутой руки. Ногами отступи от прохода, но при этом рукой ты не забываешь, да? Let's go. Hit. Come on, defense. Come on, D. Come on, come on, come on, D. Yes, yes. There you go. Good. Stay low, stay low. Hands. Руки, руки, руки в защите, руки работают. Catch. Good. That's it. Good pass. Good job. Пас хороший, хороший. Хорошо. Rotate it. One more set. Поменялись тройки. Rotate it. Rotate it. Нападение и защита поменялись. Oh, stop. No. That's what I'm saying. Look. Y'all not straight up. На прямых ногах сейчас стоим, да, в защите. Поэтому, когда начинает движение, ты не успеваешь уже все. Тебе нужно присесть, а потом двигаться. Ты теряешь время. Ноги, ноги готовы всегда к работе. Stay low. Stay low. Catch. Good, good. Up. Come on. Rotate. Good job. Хорошо. There you go. Хорошо. All right, hold. Give me three more. Другая тройка. Тройка. У вас четверо. Defense out. Defense out. Three stay on. Defense what, sir? Yes. Defense out. Защита ушла, нападение осталось. Yep. Come on. Ready? Let's deny. Come on. Deny. В получение играем. Начали играть в получение уже. Поехали, да.
Столько защиты, ноги работают. Ноги работают, ноги, ноги, ноги. Защита, хорошо, хорошо, хорошо. Еще. Yes. Еще. Ой, не палим. I stop. Stop. All right, let's go again. Еще раз. Hey, look where the offense at. Посмотрите, где нападающий был, да? That was good. Это хорошая работа. Вы заставили игрока с мячом вот сюда выйти, да? Высоко. И у него не было, он не там передачу отдавал, не с трехочковой дуги, он отдавал ее отсюда. Это очень важно. Ready? Let's go. Deny. Hit. Come on. Bump. Bump. No. Too easy. Слишком легко. Yep. Ready to go. Hit. Come on, D. Come on, D. Come on, D. Yes. Yes. There you go. Come on, D. Stop. No. Stop. Too easy. Слишком легко она вышла, получилось, слишком. Yes. When she caught that ball, when she caught that ball. У меня пошла передача, смотри, выпрямила ноги, все, ты потерял уже на секунду. Игрок выбежал. Все время ноги согнуты, нельзя. Еще раз, правило в защите основное, что нужно объяснять каждому игроку. Не должно быть паузы даже в одну секунду. Причем как паузы физической, так и паузы моральной. Нельзя ни голову включать, ни ноги. Даже на секунду. No, stop, go back. Yes, yes. There you go, let him cross my face. So look. Стандартная ошибка, о которой говорили. Игрок проходит передо мной. Мы просто даем ему пройти, а потом начинаем его догонять. Там этого не может быть. Мы бамп делаем. Мы делаем бамп, и ноги работают. Мы не пускаем просто так пройти. Alright. Ready? Let's go. Come on, D. Come on, D. Come on, D. Good, good. That's it. Come on, defense. Come on, defense. Good. Hands, hands, come on. Good. Руки не забываем, руки не забываем. Руки работают в защите. Руки. Hands. Come on, hands. Come on, hands. Good. See, box. See, see. Good. Come on. Come on, D. Come on, D. Good. All right, stop. 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 That's what I'm talking about. Good. Rotate. Поменялись. Rotate. Let's go. See. Nah, too easy. Слишком легко. Too easy. Get on top. Make her catch it out. Ready? Let's go. Заставляю, можно выше мяч получать, да? Come on. Come on, defense. Come on, defense. Come on, defense. Stop. 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 Good job. Come in. Проход хороший, смотрим. Yeah. Hold up. Мяч возьми, как было, да? Right over here. Смотри. For all the coaches on the defensive end. С точки зрения защиты. With your head. Где ваша голова whenever в этой ситуации, you turn, да? And look, как that's только голова поворачивается в ту сторону, so, мы пытаемся что-то never, там увидеть, да? Игрок сразу делает проход. Вот мы отвернулись, мы теряем движение. У нас даже нога может правильно стоять, да? Мы можем контролировать вход в эту сторону. Но мы не успеваем ее подвинуть, мы не видим начала движения. Очень важно положение головы и глаз. Good. В защите good. Ниже, большие, yes. Ногами, ногами работаем. Хорошо. There y'all go. Good, rotate. Между собой поменяйтесь нападение, защита. There you go. Ready, on top. Ready, let's go, hit. Get up, get up. There you go, good, that's what I want, good. Get хорошо, open. Хорошо, хорошо. Ну сыграйте что-нибудь, yes. Если так не получится. Good, good, there we go, stick. Yes, 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 good. Way to ride the cutter. Come on, come on, heads out, good. Руки, hands. Руки, 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 руки. All right, hey, that's okay. You go and I check, once I check them, them hands go straight back. С поднятыми руками мы опускаемся вниз, да, игрок пошел на ролл, руки right, подними. Hold up. Everybody заставьте baseline. Передачу сделать высокую. Baseline. Кто двое там everybody будет? Baseline. А, everybody, все на лицевую. All right, come on, next. Once we work with the players with a lot of defensive techniques, we want to make sure that we put them in a position to practice it. Поймите, да, мы сделали какие-то упражнения защитные, вот так вот, как мы делали в начале, в качестве разминки, там, без защиты. Мы должны потом убедиться, что они, во-первых, их поняли, а во-вторых, что они их могут применить в игре, в конкретной ситуации на площадке, для своей позиции. Nobody in the game should be able to catch the basketball and just shoot. Невозможна ситуация в игре, когда кто-то просто получил мяч и бросил. Об этом должен думать защитник, он должен понимать, что мы против этого играем. Мы должны заставить нападение опустить мяч, во-первых, на пол, во-вторых, заставлять его делать сложный бросок. Это то, что должен делать каждый защитник. And then the whole game becomes a bumping match. И практически вся игра должна превращаться, да, вот, ну, он называет это bumping match, вот, в игру контакта. Должен быть постоянный контакт. Now we're gonna do it with five players. We're gonna work on
Defensive transition, offensive transition. Сейчас 5 на 5 мы будем делать. У нас будет транзишн на атаку и защиту будем разбирать против этого раннего нападения. All five. Max, tell them transition defense, transition offense. I'm the point guard. They rebound. Transition, да? Нападение, transition защита на одно кольцо, потом на другое. Он первый номер для любой команды, ему отдали мяч и побежали. Он уже выбирает продолжение, понятно? И мы бежим. Мы сейчас в ситуации раннего нападения, да? Мы не стремимся прийти в позиционку медленно, мы бежим вперед, да? У каждого коридора и поехали. Let's go, hit. Come on, come on. What we see? Good. Come on, ball. Cut, cut. Поехали играть. Cut, cut, cut. Good. Play it. Come on, come on, Dink. Come on, Dink. Come on, Dink. Good, good, good. Come on, Dink. Hands, rebound. Good. Out, outlet. Передачи, передачи через него. Быстрее, 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 быстрее. Побежали. Good. Come on. Cut, cut. Good. Play it. Push it up. Good, good. Hands, hands. Come on, Dink. Late. Good. Oh, рука, stop. Рука, рука. Stop, stop, stop. 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 That's it. Look. We lost sight. She had to throw it to her. Мяч там был, да, сверху у нас. Good. When your head lost sight, that's when she threw it. That should have been an interception. Рука должна быть наверху, в направлении мяча. Потом не успеваешь ее поднять и перехватить. Let's go. Ready? Stay low. Let's go. Hit. Move. Cut. Cut. Ниже защитная стойка. На прямых ногах мы не стоим. Cut. Flat screen. Flat screen. Good. Good. There you go. Come on. Good. 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 Come on. Come on, defense. Good. 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 Come on, D. Come on, D. Come on, D. Help. Good. Push. Let's go. Where are my runners? Push the ball. Good. Come on. Come on. Come on. Good. That's it. Play it. Good. That's it. Come on, defense. Come on, defense. Come on, defense. Come on, defense. Good. Push. Not bad. Come on. Rebound it. Push and go. Good. Let's go. Push it up. Yeah. Pick up. Pick up. Pick up. Stop. Come here. Hold up. Look. Смотрите. She cannot go from here. Она не может отсюда просто легким шагом прийти вот сюда и получить вот так вот мяч. Да, иди. Бамп, ближняя рука. Мы заставляем, да? Заставляем ее сделать это выше. Мы в пост не пускаем игрока. Ready? Go. Hit. Good. Get open. Get open. Get open. Good. Good. Come on. Yes. 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 Come on, D. Come on, D. Yes. Help. Rotate. Stop. Stop. We missed the rotation. Hey. That ball swing. Мяч пошел. I got the drop. Get there. We missed that. That's it. Be alert. Ready to go. Hit. Come on, D. Hands. Hands. Hands, hands, good. Come on, come on, come on. Yes, yes, come on, yep, get back. There you go, come on defense, come on defense. Hands out, good. Up, rotate, good. Hands, good job. Hands, block out, good. Good, push, push. Потащили, потащили. Yes, yes, good, push it out. Let's go, out left. Передача сюда, поехали, поехали, без паузы. Good. Push it up, push it up. Transition, transition. Good. Ранний переход сразу. Good, good, good. Hands. Good, I hold. Stop. Catch your breath a little bit. Подышали немножко. What I want to do by being the point guard for both teams, I increase the speed of everything. Когда, почему он играет, да, первым номером за обе команды? Он пытается увеличить скорость этого нападения для одной команды и для другой. It's like each team having an extra player. Как будто у каждой команды, ну, получается дополнительный игрок есть в нападении. But the little things we worked on the defensive end, they can't have a mental breakdown. Но при этом, да, при этом, когда повышается скорость, игроки понимают, что у нас в защите невозможна пауза. Они не могут выключиться ни на секунду, это очень важно. A lot of coaches bring players in the gym, and they run, 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 but this is playing basketball. Очень часто, да, у нас тренер игроков запускает 5 на 5 поиграть, они просто бегают, всю тренировку играют. Но вот то, что мы говорим, называется баскетболом, да, это вот такая игра. Вот когда мы отрабатываем то, что мы только что делали, когда они используют все это, когда мы обращаем внимание на детали. On the offensive and defensive end, we want to go at people.
И в нападении, в защите, go with people, explain. Want to be aggressive. Да, в нападении, в защите мы хотим агрессивно играть, чтобы в игрока всегда шел человек, тот, у кого мяч. И то же самое защитник, мы контакта не должны бояться. Okay, alright, now, we're about to do one more set, okay? But now I want to focus on the offensive end, okay? Сейчас будем еще одну партию, да, играем, но теперь нападение должно сконцентрироваться вообще и начать нормально играть. Сейчас. Внимание на нападение. You need, hey, when you смотрите, catch, когда получили мяч, нападение. When you catch, you need a lot of ball fakes. Давайте то, что мы делаем, да, то, что делали в тренировках, то, что было в упражнениях, не забывайте это использовать. Показ на бросок, да, уход, атака после остановки. Делайте вещи какие-то, нападение. Не просто, да, до свободного броска разыгрывать. We have to come off the screen. Oh, I'm coming off the screen. Проходим заслон, да, агрессивно проходим, близко, да. Опять же, то, что мы делали, да, down step. All right, we also need to set good screen. Хороший заслон и ставим, тоже внимание нападение на это, да? Хороший заслон. You go and find her. I'm gonna go find her, Then I'm gonna die. Can I see it? All right. We ready? Играйте, что хотите. Fast. They're asking about plays, fast. Can they use plays? Tell them no, they can't use their team play. Нет, командные комбинации ваши вы не используете. Tell coach I'm sorry. Tell coach over there I'm sorry. Tell their coach I'm тренер, sorry. Тренер, он извиняется, что он, он хочет их заставить что-то делать, помимо этого. All right, ready, let's go. Here, set that screen. Good. Where my jump shot? Yes. Good. There you go. Push. Come on. Pick it up. Yep. Come on. Good. There you go. Stop. Defense. Защита. Как получилось это? You saw me? Now we. Ты просто выключил вот здесь и все на прямых ногах. Игрок пошел назад. Очень просто. Ноги. Back and see. Отступать back назад and see. И видеть, что происходит. Max, tell him I need the same intensity on defense. И у вас, да, в защите, если у вас там заслон или еще где-то ошибка, ротация, да, вы меняетесь, вы должны друг другу помогать. Ready об этом go. Тоже don't не забывайте. Страховка потом good. Идет, don't если catch. Good. Игрок that's один it. Не остается. Come on, defense. Hold on, stop. Stop. No. She can't. Она не может middle. Так пройти с ведением по диагонали через всю зону. Нога-то make где? Запусти ее в другую сторону, заставь ее развернуться. Закрой ей направление движения. Let's go. Hit. Yes, good. Push out left. Stay here. Look at that ball. Ready to go. Hit. Let's go. More defense. Yes. Come on. Good. There you go. Stop penetration. Yes. Good. Push. Where my runners? Come on. Push it out. Good. There you go. Sit. Swing. Come on, defense. Too late. Слишком поздно. Yes. Stop. Go to the post. Посту большая вернулась как была. As soon as it hits your hand, hit. Boom. Сразу передачу отдай. So if I catch it, I catch it in. Если я получаю, потом перехожу, сразу отдай, да? Пауза была, все, там уже позиции нет. Ready go? We ready to bump. Come on, cut, keep moving. Come on defense. Защита good. работает, хорошо. Come on, play it. Yes. Stop. How did she get there? Как она сюда прошла? Throw it back. Вернулись как были. Мяч в углу был. Здесь большая вышла. Иди. Как? Она вот так просто не проходит, да? На прямых ногах нельзя ее встречать. Заставляй ее с поста, да, выйти. Ноги работают. Ready? Hit. More deep. Good. Yeah. Hands. Good. Recover. Good. Rebound. Push. Let's go. Cut. Прорезаем. Set a screen. Yeah, set a screen. Come on. Good, keep moving. Good. Push. Yes.
Look at it. Yes, look inside. Hold, stop, stop, stop. Go back. Вернись там внизу, где большая была. I'm right here. Boom. Я здесь. Сразу передача может пройти отсюда, да? Не обязательно приходить с мячом, чтобы потом делать короткий пас. One more set. One more set. Ready? Go. Еще давайте, сыграем партию. More defense. More deep. Yes. Yes. Hold up, stop. Stop. Come on back here. Come on back here. Yeah. Hey. You know you're gonna stay down. Ready? Let's go. Last set. Last set. One. Последнюю, давайте атаку. Good. Come on. Set screen. Set screen. Заслон, поставьте там, найди, помоги. Good. There we go. Come on. Where we at? Yeah. Come on, D. Come on, D. Yes. Hedge out. Hand back. Good. There you go. Better. 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 Good job. Неплохо, защита, молодцы. Все, на лицевую дышим. Дышим, дышим, дышим. Дышим. Good job. Good job, ladies. Good job, good job. One hour, one more ahead. I've worked with them since I've been here in Moscow. Он работает с ними с тех пор, как он здесь в Москве. And it's very, very easy to work with them. И с ними очень легко работать. Because they're well coached. Потому что они хорошо обучены. So when I come in to make some minor corrections, когда он приехал, просто он делает определенную небольшую коррекцию. It's very, very easy. Это очень легко делать. And that's how it should be. И это то, как это должно быть в их возрасте. Okay, now I'm gonna give them maybe about another 30 seconds to catch their breath, and then we're gonna start working on some transition. Окей. Okay. Сейчас секунд 30 они еще подышат, отдохнут, и мы будем делать нападение транзишн, разбирать. Okay? Пока они дышат, короткий, да, маленький комментарий еще. Okay. Не просто игра 5 на 5 идет, да, мы не просто дали мяч, и он там посмотрел, как они побегали. Что важно, чтобы упражнения, которые были сделаны, даже эти игра в защите, да, в получении мяча, чтобы потом это было тут же в игре применено, чтобы они понимали через голову, через руки, через ноги, зачем это надо, как это работает. I want the spacing, right? Первая простая опция. Фактически моделируем, идет подбор, идет раннее нападение, да, игроки убегают. Первый вопрос. Должно быть все шире. Это зависит от игрока с мячом, от того, кто набегает дальше, да, второго защитника. Мы играем шире. Чтобы было пространство, мы растягиваем того защитника, одного или двух, который там есть, и мы играем простое взаимодействие. Одно простое взаимодействие, и в одну передачу заканчиваем вот это. Get three more. Three more out. Ready? Let's go. Hit. Come on, see it. Push it up the court. Push it up. Yep. Come on, get to my point. Yep. Stay space. Stay space. Шире остаемся, да, остаемся шире. Ширина здесь очень важна. Last one. Ready to go. Hit. Come on, stay space. Stay space. 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 Шире, good. Шире, шире, с мячом, шире. Good. Hit my deal on my cut. Good. Not bad. All right. Now we're gonna hit the screen. Now we're gonna hit the screen. Boom. Set the screen. They go. Now. Большой выходит на получение. Вторая опция то, точно такая же. Да, то же самое взаимодействие. Большой будет после заслона. Маленький не получает, прорезает. Большой будет выходить на кэрол, получает на атаку на среднюю. Заслон. Стоп. 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 Вернитесь. You're not down. You're gonna trail, you're gonna trail here. Yep. You're gonna trail, you're gonna be back. Boom, up top. Ближе, да? Средний коридор у этого good. Игрока. Push it out. Good. Get that middle. Get that middle. Come on. Come on. Up top. Через верх. Good. Большой выходит на кёрл, да, good и уже атака в прыжке. Come on, finish it. Trail up top. Trail up top. Come on. Here we go. Come on, push it out. Yes. 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 Hold up. All right. Come on back. No. Вернитесь. Come on back. Hey, еще раз внимание. My trail is up top. Игрок, да, бежит вот практически посередине, ты бежит, да. Мы не уходим в боковой коридор, мы остаемся в центральном коридоре. И потом отсюда мы идем на заслон, понятно? Can you see it? All right. У нас мяч в боковом коридоре, ты остаешься здесь. Ready? Let's go. Hit. Come on, come on. Cut. Yes. Get to that point. Good. 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 That's it. Nice. Yep. Cut. There you go. Good. Jump shot. Right there. Good. There you go. Ready to go. One of the things that I'm stressing with the players
is that we have to make sure that we space the court. Первое основное, да, что он хочет от игроков, что он хочет, чтобы они понимали, что мы должны играть шире в такой ситуации. В раннем нападении мы должны играть шире. When the guards push the ball, we have to make sure that we spaced out. Когда защитник тащит мяч, да, и приводит, мы должны быть уверены, что он притащил его не сюда, а что он находится здесь, довольно широко, да? We want to give the post player opportunity to operate. Мы хотим, чтобы у игрока там в посту, это первая наша опция основная, да, который там прибегает, в принципе, он может с первой же передачи сразу атаковать. Но для этого должно быть пространство, там не должно быть людей, которые помогут, да, защищаться. And we also want to give the cutter spacing. В ТКАТ, дэн спейс. И тот, кто прорезает потом, да, игрок, он тоже должен потом выходить наружу, создавать пространство там. Now, a team that really doesn't push the basketball, it's really easy to play against that team. When you face a team that's pushing the basketball with an option off the break, it becomes tough. Команда, которая не владеет, ну, скажем так, скоростным ведением, назовем это таким термином, да, push the basketball, дословно по-английски, команда, которая не может, грубо говоря, положить мяч на пол и агрессивно, да, убежать и вообще играть на большой скорости с ведением, против нее очень легко защищаться. Соответственно, наоборот, команда, которая может это делать, она создает большие проблемы тем, кто обороняется. Yeah, okay. Now we're gonna go. Let's get up top. Everybody. Все в, сюда, наверх, под 90. So now what I want to work is I want to work post play. I want the guards to have pressure on them. I want them to pass and relocate. And now we're going to work ball screen. Okay. Сейчас он покажет упражнение, но в принципе это будет игра в посту. Там маленький защитник будет мешать делать передачу, потом будет обратный пас или локей. Сейчас он все покажет. Сейчас проще увидеть, чем объяснять. Важный момент, да, здесь защитник, он сохраняет ведение всегда, он не берет мяч в руки. Дальше мы вынуждены принимать какое-то решение, если мы забрали мяч. Передачу мы всегда можем сделать с ведения, быстро. Это ведение не прекращается. First option, defense is going to bump and ride the screen. Первая опция, основная, противодействие любому заслону. Игрок команды защитника должен делать бамп и не позволять большому игроку поставить заслон там, где он хочет это сделать. Это та опция, которая у нас почему-то редко используется, хотя это проще простого, да, это первое, что может прийти в голову. Прежде чем разбирать, как играть против пик-н-ролла, давайте не дадим поставить его там, где они хотят. Если у нас достаточно квалифицированная защита, она сможет это сделать. При этом, да, игрок нападения с мячом, который должен играть шире, да, должен иметь пространство. Поехали. Пошла на заслон. Еще раз делайте. That's coming back here where they can see it. So I'm gonna bump her all the way up here. I'm gonna bump her. I'm not just gonna let her go and just set the screen. She's gonna have to go. Come on, she's gonna have to spin out like that and go. That's how you wanna make her. See it? All right. Первое, это было для нападения, да, что мы просто так, наверное, не можем выйти, вообще элементарно не должно быть. Но защита в этой ситуации позволила. Вообще быть такого не должно, да, нельзя давать по прямой просто выйти, поставить заслон, надо заставлять нападение двигаться. Здесь кто-то будет еще из защиты, да, мы подозреваем, да, поэтому в этой ситуации защищайся нормально против большого. У тебя есть страховка там, ты должен это понимать. Ready? Получение, играешь, да? Yes. И заставь, да, заставь придумать что-то, чтобы выйти на заслон. Еще сделайте неплохо. Еще раз, да, мы не позволяем, пытаемся не позволить большому игроку поставить заслон там, где у них задумано, где они хотят это сделать.
В идеале мы вообще пытаемся не позволить его сделать этот заслон, чтобы обойтись без пик-н-ролла. Как играет маленький в этой ситуации? Маленький пытается пройти, да? Там есть небольшой зазор. Всегда. Ну, не всегда, но в данной ситуации был. Мы пытаемся пройти вслед, сейчас, в этой ситуации в конкретной. Так мы договорились. Да. Работай до конца. И сейчас делайте. Уже было лучше. Еще. Еще раз, да, мы понимаем, что тут есть страховка. Если еще есть игрок со слабой стороны. Мы сейчас не защищаем кольцо фактически. Мы сейчас учим игроков, да, правильно действовать в защите и нападении. All right. Second option. Вторая опция. We want to show and recover. Она называется шоу, да? Шоу будем делать. Большое будет, да? Помогайте, потом уходить вниз. Сейчас на снова. Стоп. Медленно. Во-первых, большой будет, да, помогать. Маленький, на ролл проваливайся, большой будет уходить вниз. Нет. Еще раз, да? У тебя игрок проваливается, ты на него. И руки обязательно должны быть наверху. Передача должна быть закидка. Чем она выше, тем это лучше. Руки. Ты не можешь просто так проваливаться. Там передача сразу пойдет туда. Еще раз, да? Ты фактически не заступаешь. Ты помогаешь. Ты не заступаешь, это не заступ, да. Ты помогаешь игроку, потом ты сразу переключаешься, у тебя большой проваливается. Это не стоп-ап. Yeah. И сразу руки наверх. Good. See her. There you go. Make them throw it up. Have to throw it up. One more set. Hedge. Good hand. All right, do it again. Еще сделайте. Нападение. Сразу мы на ролл проваливаемся. Она прошла, и ты сразу проваливаешься резко. Good. Feet. Sit on the roll. Come on. Yeah. Come on. Head. Yes. Come on. Back. All right. You're getting there. Kind of got it. Not bad. All right. Hold. Third option. We're going to open up. Okay. So. Come on. So you're going to set screen. Like you already know. Now all I'm going to do is just. Whoop. Большой, да, пропускает защитника. Ну, не знаю, как у вас называется. Пропусти, наверное, да, или как у вас? Вторая. Ваша вторая, значит. Tell the coaches I'm gonna use open up. If I have a guard or I'm playing against a guard that don't shoot the three. Let's say basically. Конечно, мы понимаем, да, сейчас еще раз, что любое противодействие пик-н-ролл, оно всегда зависит от того, кто у вас играет нападение. Это понятно. Кто у вас первый номер, кто у вас большой. Вы всегда строите не только от положения на площадке, где этот пик играется, но и от того, кто у вас нападение. Это всегда ясно. Open up в данном конкретном случае, если у вас не бьющий первый номер. Если человек, который не может, да, зайдя за заслон, сразу вам положить треху туда. Вот если этого нет, то вы делаете open up. Ну, это просто как одна из опций. Мы не говорим, что это единственный верный способ, а это догма. Это просто один из способов противодействия пик-н-ролл. Он показывает, как он технически осуществляется. Я думал, без мяча сможете. Good. Try again. Еще раз делайте. Open up делаем. Ваша двойка. Yeah. Вы что командуете? Два? Tell them they have to communicate. Вы два командуете или как вы командуете, когда играете? Командуй, говори. Без разговоров. Еще раз, да? Если нет коммуникации вербальной между игроками, если они не разговаривают, то очень сложно играть против пик-н-ролла. Всегда большой должен подсказывать, что вы делаете. Ready? Let's go. Come on. Большие good. Должны говорить. Good. Not bad. One more time. Еще делайте. Давайте уже в кольцо будем попадать. Open up, get. No. Hey, get back. Вернулись. Look, as soon as you know that screen coming, she have to talk, and I'm immediately. Первое, да, пошел за слон. Большой дает команду, да, что пропускает. Okay, let's go again. И задний проходя, да, и выходя, сразу с рукой.
Yep, there you go. Good. Alright, hold. Мы против не бьющего заднего это делаем. Да. Now, Max, the last one is gonna be a team. It's gonna be a team defense. Еще одна опция, она больше такая командная, потому что recovery. Мы подозреваем, что у нас всегда есть еще помощь со слабой стороны. В этой ситуации мы просто будем позволять большому провалиться. Это про, опять же, да, мы понимаем всегда, есть слабая сторона, есть игрок, который там помогает. Эта оговорка должна быть. What's gonna happen? She going to screen. All you doing now is you going, no, you going position. Называется position. Большой просто отступает, да? You dive to the rim. Большой сразу проваливается, мы его оставляем. Мы считаем, что там есть игрок, который на него переключится и поможет. Tell them that. И фактически, при этом два игрока защиты здесь наверху, они фактически занимают некий зонный вариант обороны. Tell them that another player gonna pick this person up. Другой игрок забирает большого. Большой отступает. Let's try. Мы, ну, в данной ситуации вы не переключаетесь. Вы фактически переходите к зонному варианту защиты. Просто вы отступили, да, на своих игроков. Fast, show it again. Ну? Nope. Нет. Run back. Еще раз. Fast, show it again. Yep. Он покажет, смотрите еще раз. Be in the same spot. Two is not. So get back up, space out a little more. Еще раз. All right. Смотри. Once she go, I just drop. Я просто right сопровождаю here. Игрока, да? Nope. Да. You back, right there. Ты yep. остаешься наверху там. Да, да. Can I see it? То есть ты закрываешь, да? Центральный коридор закрываешь, не пускаешь в середину. Yep. Fall. Да. Yep. Большой yep. провалился, все, мы yep. оставили. There да. you go. Фактически, да. There you go. Let's do it again. Do it again. It's almost like Max, I'm gonna fall in the zone in a way. Everybody's helping. Это напоминает определенным образом зонный вариант защиты, но понятно, что потом есть продолжение, над которым можно работать, да? Yep. There you go. All right, good. All right. Everybody kind of understand? Примерно, да. All right. Fall out. Deny. Deny. В получение, да, играет защиту в любом случае, независимо от того, что мы делаем. We can't go past this side. Мы не можем пересекать вот эту линию, да, упражнение. Мы играем на одной половине. Up in here. So if you want to pick and roll, or pick on the other side, whatever you want. Pick and roll делайте в любую сторону, да, но мы эту линию не пересекаем. Can't go out here. Can't go up in here. Yeah, they got it. They got it. They play only pick and roll, or they can use off the ball screen? No, they can use whatever they want to use. Делайте все, что хотите. Используйте любые заслоны, как угодно. Ready? Let's go. Come on, D. Come on, D. Good. Good. Come on. Good. Come on, D. Yes. Come on. Good. Come on, be ready. Let's do it again. Let's do it again. Еще раз делайте. Do it again. Come on. Come on. Come on. Come on. Do it again. Еще раз. Come on, defense. Come on, defense. Yep, don't let him get it. Make it hard on him. Good, 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 good. Come on, D. Let's do it again. Got to go over top. Come on. Get you out. Good, hands. Good, help out. Drop. Good, there you go. Let's go, hands. Come on, come on, come on. Get out. Stop, stop in that lane. Too much time. 3 seconds. Yep, get out that lane. 3 секунды, да, слишком долго в зоне. Let's do it again. Come on, offense. See it? Yep, yep. Come on, bump and go. Good, good. Hands. Good. Yep, good. Come on. Yep, out. Good. Not bad. All right, let's do it again. Что делаете? Come on, defense. Come on, defense. All right, switch it up. Switch it up. Поменялись. Max, I want to make them to be able to make decisions in tight situations. Сейчас для чего это упражнение? Да, мы пытаемся, чтобы они принимали решения в ситуации, когда они стеснены в пространстве, когда у них есть определенный участок маленькой площадки. Ready to go? Но решения все связаны с взаимодействием. Заслон то же самое, тоже pick and roll. Good, 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 good. That's it. Good. Hands. Come on. Good job. Hey. Got to recover up. Мы с рукой, да, выбегаем. Даже если мы пытаемся успеть игрока, то она должна half быть обязательно. Half her court. Ready? Let's go. Good. There you go. Good. Good. Defense. Stop. No, no, no. Can't go past. There you go, defense. Good. There you go. Max, tell them it should be hard for them to score.
Для нападения должно быть гораздо тяжелее забивать защиту. Слишком легко забивают. Yep, come on, come on. Good, do it again. Balance, balancing up. Right there, balance. Равновесие в защите, в ногах. Ready, go. Good, there you go. One more set, one more set, one more set. Good, hinge out. Come on, come on. All right, not bad. Let's get three more. Следующая тройка. Offense to defense. Offense and defense. Defense out. Защита ушла. Нападение в защиту. Кого-то не хватает. Да, защита уходит совсем, да. Нападение переходит в защиту. Couple more sets. Couple more sets. Ready? Hit. There you go. Yep, make it tough. Good. There you go. Good. Make it tough. Good. Good. Oh, stop. There you go. Make sure. Make sure. Throw it back. Come on. Couple more times. Ready? Go. Come on, D. Come on, D. Good. 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 Stay low. Good. There you go. Ready to go. Come on. Come on. Come on. Didn't go. Come on, you got the seat. You got the seat. Shot. Somebody get her. Come on. Is that come on. Come on. Come on. Yep. She all right? She okay? You're winning. All right. Come on. There you go. Yep. 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 Come on. Yep. Come on, D. Good. Good. There you go. Good. Yes. Yes. Yep. Good. There you go. Yes. There you go. All right, switch it up. Поменяйтесь, поменяйтесь. Switch it up. Good job. Not bad. Still working on it. Защита хорошо. Ready to go? Too easy. Слишком легко. Good shot. Too easy. Ready? Слишком легко. Go. Come on. Yep. Working on it. Ready to go. Come on. That's two outside. Way to shoot it. Come on, defense. Come on, defense. Come on, defense. Do it again. Come еще on, делать, defense. Еще. You got to be down. You can't come up. Не распрямляем down. Ноги в защите. One more set. One more set. Ready? Let's go. Good. All right, hold. Baseline. Лицевая, все. Baseline. Come on, Max. In every situation, we're working with the players, especially as a development coach. It's very, very important that if you're going to practice the pick and roll, then you have to put them in a situation where they can work on it. Очень важно, если вы развиваете, даже если вы развиваете игроков индивидуально, потом очень важно то, что вы сделали, например, ситуацию с пик-н-роллом, потом применить в игре, чтобы они поняли, как это работает. This should be something that the player is doing every day. Это должно быть что-то такое, что игроки делают фактически каждый день. They have to go over their defensive concepts every day. Они должны работать над защитой каждый день. Причем работать именно в игровых ситуациях, понимая, как это применяется. Because if they don't, they'll fall back into bad habits. Если это не происходит, если они не работают, то потом и в играх все будет очень плохо. Okay, now I'm just going to break it down. I'm going to pick three players, and I'm going to put them through a shooting workout so they can see after a player done worked, transition in an hour, hour and a half, now they're going to get a lot of shooting in. И сейчас он возьмет игроков, будут бросковые упражнения, он просто покажет. Он говорит, что после часа-полутора тренировки игровой всегда нужно помещать игрока, когда он уже устал, нужно давать бросковые упражнения определенные, работать над броском много и постоянно. Он покажет определенные упражнения сначала для защитников, потом для больших. Бросковые упражнения. Два мяча. Yeah. Yeah, you here. You just got on. One. You up. Tell her she gonna rebound. She the passer. Just what I want with you. Okay? You here. Left leg. It's like you about to go. Left. Throw it to me. Jump shot.
So, watch. Come on, you guard me. Guard me. Защищайся против него. It's like this shoulder here. I want to take you when you got to go down, go down. Jump shot. Kind of see it? So it's gonna be a quick step. Get over. Get over. You know? It's just gonna be a quick step where I step back. Jump shot. You're gonna shoot five, then sprint half court back. She's gonna shoot five. Пять бросков делает игрок, потом делает ускорение на середине. And what after that? After spread. Ready? Let's go. Quick. Step. Good. Good. Hit again. Go. Hit. Quick. Step. Good. Go. That's it. Hit again. Quick. Step. That's all. Quick. Step. Good. There you go. Go again. Good. Hit. Good. Up. Good. Go again. One. Hit. Up. Good. Go again. One more. Hit. There you go. Let's go. My bad. Good. Sprint back. Gonna rebound. Ready? Good. Go. Quick step. Good. Knock it down. Good. Ready to go. Kick. Quick step. Good. Up. Yeah. Good. Ready to go. Come on. Quick step. Up. Good. Ready to go. Ready to go. Hit. Quick step. Good. Up. Hit and go. Good. Quick step. Up. Get it up. Get it up. Come on. Sprint. Yep. First of all, the legs. It's no matter. Yeah. First. The legs. It's no matter. Left, right, right, yep. Left. Ready to go. Yep. We get hit, step, good. There you go. That's it. Hit, step, good. There you go. Put it down. Hit, step, good. Come on. Good. Hit, step, good. That's it. Hit, step. All right. Hold. 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 Hey. On your step. Hit. Throw it. Throw it. Передача делай. Step. Gotta give him a look. I'm just hitting, stepping. Шаг он должен быть в сторону, иначе просто от защитника не освободиться. Защитник сдвинул, он при этом шаг должен быть в лицевую. Да. Он должен быть пошире. Hit, step, yes. There you go. Hit, good. That's it. Get it up. Good. Hit, yes. Good. Not bad. Come on. Hit, good. Take off, half court. Good. All right, now you up. Good. Hit. Now watch. All I want to do, when you catch, I just want to shuffle through my legs. Boom. Jump shot and go. Five of them in a row. Ready to go. Kick, move my feet. Feet, feet, shift. Good. Bounce and go. Don't let them come together. Spread. Но они никогда не вместе. Shift up. One more bounce with that left. Еще один удар левой рукой после bounce. Перевода. Boom. Удар, потом атака. Bounce, yes. Да, good. That's it. Keep my head up. Shuffle. Голову не опускаем. Good. Hit up. Good. There you go. Come on, hit, shuffle step. Boom, boom, up, yes. Good, one more time. Come on, finish it. Ready? All right, let's go. Knock them shots down. Why are we missing so much? Knock them shots. Come on, feet. Come on, hit, good. Step, keep that head up. Good. One, move your feet. Feet, good. Up, almost, good. Come on, come on. Finish some shots. Come on, hit, hit, up. Good, there you go. Not bad. There you go, shuffle step. Come on, hit, good. There you go, better. Come on, hit, feet, good. There you go, keep your head, good. Sprint, half court, next one go. Next one go, keep that head up, whole time. Ready, let's go, shuffle step, good. Up, keep that head, no extra step. Keep that head up, hit, bounce, yes, there you go. That was better, finish it. Come on, hit, move your feet, up. Good, there you go, good. Hit, good, up, not bad, good. Hit, up, good, there you go, not bad. All right, hold. Now, all we doing, I'm gonna go with my shuffle. Then two, one, two, jump shot. Start past that three, right here. Ready? Go. Come on. Shuffle. Shuffle. Two dribbles. One. Two. Good. Pull up. Good. Right back to my mid-range. Shuffle step. Good. Two and pull. Good. Up and over. Good. Two. There you go. Keep your head. Feet. 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 One. Two dribbles. Boom. Stay spaced out. Space. Space. One. Two. Good. Three. There you go. Come on. Get it up. Be consistent. Hit. Hit. Boom. Boom. Up. Good. There you go. Get it up. One more time. Come on. Come on, come on. Good. Up. Good. Let's go. Yep. Ready to go. Shuffle. Good. Go. Hit. Good. Two. Keep that head up.
Good. Ready to go. Keep that head up. Shuffle step. Two. One. Two. That's all right. Get out a little bit. Get out. Space out here. Get outside. Boom. Boom. Two. One. Two. Not bad. Good. Get out here. Outside that three. There you go. Hit. Hit. Two. One. Two. Don't tap dribble. That's all right. That's all right. Ready to go. Work it a little bit. Hit. Hit. Good. Good. Up. There you go. Good. Let's go. Ready to go. Two. Hit. Push. One. Two. Keep that head up. Good. Keep that head up. Boom. Good. There you go. Good. That's it. Keep that head up. Keep that head. One. Two. Good. Not bad. There you go. Keep that head up. Good. One. Two. Good. Where that head? That head up. Head up. Whole time. Good. Good. Yes. Not bad. All right. Now watch. You right here. Boom. Get over. She's over. Okay. Now, all I want to do is a little cut. A little cut. Throw it. Jump shot. So just a little jab, step, and go. Five times. Ready? Go. Hit. Yep. Come on. Up and over. Good. Come on back with it. Good. One. Jab, step, and go. Good. Catch it and shoot. Good. That's it. Get it up. Two. Come on. Come on. Come on. Get it up. Good. Good. Three. Good. Come on. Get it up. Good. Be consistent. Four. There you go. Get it up. Hands. Good. Five. Yep. Let's go. Rotate it. Hit and go. Ready? Go. Jab step. Good. One motion. Good. Throw that pass quicker. Lift full out. Good. Jab step. Come on. Hit. Good. That's it. Not bad. Come on. Come on. Don't finish it. Good. Hit. Good. That's it. Not bad. Ready to go. Come on. Hit. One motion. There you go. Come on. Come on. Come on. Hit. Good. Not bad. All right. Sprint. Next one up. Next one up. Hit and go. Ready? Let's go. Hit. Jab step. Yep. Be consistent. Five in a row. Good. Come on. Finish it. Finish it. Finish it. Good. Good. Hit. Come on. Same shot. Being consistent. Good. Hit. Good. Yes. There you go. Good. There you go. All right. Last set. Watch. Jab step. Throw it to me. Throw it. Shot fake. Bounce. Straight ahead. Cross. Jump shot. Yep. Ready? Go. Hit. Bounce out. Yep. Straight ahead. Good. Not bad. A little bit more space. Get out. Lift further. Чуть выше поднимаемся. Get out. A little bit further. A little bit further. Bounce out. Yeah. Good. Push and go. Hit. Yes. There you go. Good. Hit. Ready to go. Push. Yep. Out. Yep. Good. There you go. That's it. Being consistent. Good. Hit. Push out. Yep. Hit and go. Good. That's it. Come on. Be consistent. One more. Up. Good. Yep. Good. Hit. Next one go. Next one go. Good. Not bad. Next one go. There you go. Not bad. Not bad. Come on. Cut. Good. With that left hand. Come back with that left. Good. Good. Tell them, Max, to go back to the left. Good. Come on. Hit. Shot fake. Left hand. Get it back. Good. Come on. Good. Come on. Catch it right on top here. Right here. Right here. Shot fake. Not back with that left. Left hand. Left hand. Yeah. Not cut. Yeah. There you go. Good. There you go. Good. Leg cut. Come on. That back. Good. Back it up. Yep. Straight at him. Cut. Yes. Good. There you go. Not bad. Good. Up. Cut. Good. Not bad. All right. Hold. Rotate it. Yep. Last set. Last one right here. Last one. Ready to go. Hit. Up. Good. Come on. Keep that head up. Come on. One. Good. Sit. Shot fake. Catch it right here. Straight back. Straight back. Straight back. Ровно по прямой выходим. Yep. Cut. Keep that head up. Working that head. Голову не опускай. Keep that head on that dribble. Keep that head.
Come on. Up. We can go. Good. There you go. Not bad. There you go. Hit. Good. Good. Not bad. Last one right here. Last one. Hit. Good. Cut. Good. Not bad. All right. Come on, Max. Good job, ladies. Good job. Good job. All right. With the NBA players, okay? Each spot, they have to make 20 makes. 20 makes in a row, sprint, and then they finish up with another 5 in a row. Как тренируются игроки НБА? Это упражнение модифицируется. Забивают 20 подряд с одной точки, делают ускорение, потом забивают еще 5 подряд. Before we can move to the next spot. Перед тем, как мы можем перейти к следующей точке. So, you have to work on being consistent. Важно работать над стабильностью. Должна быть стабильность броска. With the guards, there's probably about 100 combinations that we can do with our shooting. И понятно, что перед каждым броском там может быть до сотни разных комбинаций, которые игрок будет делать перед тем, как выпускать мяч для защитников. So whether I have them coming off the screen or whether they have to make an individual move, we want to get repetition shooting in. И понятно, что бы мы ни делали, мы убегаем из-под заслона или мы делаем какие-то индивидуальные вещи, мы все равно при этом тренируем бросок. Это тоже ясно. Great shooters shoot a minimum of 500 to 1,000 shots a day. From 500 to 1,000. Yeah, 500 to 1,000. Great shooters. They shoot. Сильные игроки, снайперы, они бросают в день минимум 500 до 1,000 бросков за свои тренировки. This is a big problem in the U.S. and overall now in basketball. Это очень большая проблема сейчас и в США на самом деле и везде. Players don't go in the gym and work on game shots. Игроки не идут в зал, они работают над своим броском, который они будут в игре использовать с тех точек и в тех ситуациях, когда они будут играть. Only way you can become better in a consistent shoot. Это единственный путь, чтобы стать лучше в плане броска и бросать стабильнее. Это бросать на тренировках, бросать много и в тех ситуациях, когда вы будете использовать этот бросок в игре. Now we're going to go over some shooting with the bigs. Пять подряд бросишь, потом ускорение на середину и меняешь стороны. Ready? Be quick. Good. Throw it to him. Good. Next one, go. Good. One. Come on. Back up. Good. Good. Get to my block. Внизу до лицевой добегай. Да. Good. Пост. That's it. Good. Knock it down. Up. Good. Three. There you go. Come on. Mid-girl. Good. 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 Four. Good. Hit. Five. Good. There you go. Sprint. Next one up. Следующий. There you go. Good. Ready, go. Come on. Just getting a little work in. Good. Up. There you go. Get it up to that air. Ready, go. Come on. Get it up to that air. Good. That's it. Get it up to that air. Get back to the spot. Get back to the spot. There you go. Good. Up to that air. Good. Come on. Come on. Get it up to that air. Good. Up. Yes. There you go. Get it up. Yep. Next one, go. Right here. Have them hands ready. Hands ready. Come on. Up. Good. One. That's it. Repetition. Come on. Up. Good. Two. Good. Hands. Good. Up. Good. Three. Good. Up. Good. Four. Sorry. Good. Up. Good. Five. All right. Good. Hey, now, watch what we're going to do. We're going to do that same back pedal. Throw it. One. Two. Yep. Yep. There you go. Good. Hit. Come on. Bounce. Bounce. Good. Up. One. There you go. Come on. Bounce it. One. One. Jump hook. Good. Two. Get it over. Lay a hook shot. Good. Hit. Right hand. Up. Начинаем снизу. There you go. Three. Come on. Hit. Снизу начинаем. Good. Up. Good. Four. Being consistent. Up. Good. Good. There you go. Five. Good job. Ready? Next person up. Right here. Ready to go. Back up. Good. Yes. Put it there. Turn and go. Keep it up. Good. One. There you go. Nice lift back. Keep it up. High. Good. There you go. Two. There y'all go. Come on. Keep it up. Yep. Yep. Up. Good. Three. That's it. Keep it up. Good. There you go. Good. Four. Come on. One more. That's it. Keep it up. Yes. Good. Good. All right. Next one go. Next one go. Yep. Ready to go.
Good. Some hands, head, head up. Keep that head up. Good. There you go. On that dribble. Good. Head and see. Good. There you go. Up. Be balanced. One, two. There you go. Come on. Hit. Good. Good. Get it up. Three. Come on. Get it up. Boom. Up. Good. Four. Get it up. Good. Yep. Five. Good. There you go. Not bad. Now watch. Hey, now we're going. It's just cutting straight to the block. I'm just going to catch it. Jab step off the backboard. Jump shot. Right there. Got to get my pass over there. Whoever's over here. My rebounder. Ready? Let's go. Come on. Come on. Hit. Jab step. Yeah. Good. Let's go again. Get it up. Get it up. Get it up. Yep. Hit. Come on. Jab step. Yeah. Good. Keep it up. Two. There you go. Be consistent. Let's go again. Hands. Good. Keep it up. Yeah. Good. Three. Don't dip that ball. Keep that ball up. Keep it up. Yep. Keep it up. Yes. Good. There you go. Six. Not bad. Come on. Hit. Yep. Good. There you go. Next one up. Next one up. Ready? Let's go. Right off that block. Good. Make sure your angle good. Good. Yep. Not bad. One. Come on. Spread out on that post. Let it get there. Boom. Good. Come on. Two. Come on. Get a little bit more out to that post. Чуть выше, получай мяч. Good. Three. Come on. Come on. Good. Hit. Yes. Step. Good. There you go. Four. Ready to go. Come on. Hit. Step. Good. There you go. Not bad. Next one up. Next one up. Next one up. Next one up. Ready to go. Hit. Boom. There you go. All the way around. Keep that ball up. Yep. Good. All the way around. All the way around. Yep. Jab. All the way around. Good. Yep. Look at those feet. All the way around. Yep. Hit. Jab. All the way around. Good. There you go. Not bad. Ready to go. Hit. All the way around. Yes. Keep it up. Don't dip it. Don't dip it. Keep it up. Мяч наверху вниз, не опускаем его. Keep it up. Good. Hit. All the way around. Yes. Good. Not bad. Throw it to me. I'm right here on this block. Watch. I'm up. Bounce, bounce, bounce. Hook it up. Start right there. Yep. Got it? Yep. Good. Nope. Look. Look. Throw it here. Right here. Look. Here. Boom. With this right hand. With your right hand. Bounce. Bounce. Then I cut. Stay straight back. Yep. Right here. Straight back. 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 Yes. Good. To the middle. Get up a little more. Up a little more. Yep. To the middle. Good. A little bit further out. A little further out. Yep. Good. Back. Right there. Down the middle. Look. Oh. Down the middle. Left. Down the middle. Get up a little more. There you go. Back. Чуть выше. Получай мяч. Чуть выше. Чуть выше. Got to start up a little bit and dribble back. Then I go. I'll be in that middle. Ready? Go. Dribble back. Now go. Good. Over top. Yep. Right here. Right here. There you go. Come on. Yep. Come on. Run and lay up. Run. Two steps. Two steps. Not bad. You're getting there. Good. Keep your back straight. 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 Almost. Good. Ready to go. Hit. Good. Back. Good. There you go. Good. All right, ho. Let's go. Rotate it. Rotate it. Yep. Rotate it. Good. Ready to go. Who's up? Right here. Straight back. Yep. Back. Nope. Don't turn that way. Don't turn that way. Don't turn. Не поворачивайся при этом движении. Смотри, look, первое движение спиной, у тебя сзади защитник. Не доворачивайся, да, спиной, а потом переходишь на бег уже. Ready? Hit. Back. Yeah, there you go. Good. That's it. Keep your head up. Come on. Back. Голову не опускаем. Good. Keep your head. Ready to go. Hit. Come on. Back. Good. Up. There you go. Good. Good job. Come on. Back. Good. There you go. Good. That's it. Ready to go. Come on. Back. Good job. Not bad. Ready to go. Good. Not bad. All right. Last one here. Ready?
Start up a little bit. Start up. Yeah, up. Now straight back. Now go. Good. Almost. Right outside that lane. Outside that. Good. Hit. Middle. Yes. Good. There you go. Come on. Back him in. Seat. Seat. Yes. Up. Good. There you go. Not bad. Come on. Hit. Good. There you go. Not bad. Ready to go. Hit. Good. That's it. Not bad. Sit. Good. All right. Hold.